Чем колбаса отличается от рыбы, что такое моноплод, хромакей и удочка, сколько текстов в день проверяет шеф-редактор телеканала. Об этом и многом другом во время экскурсии на Люберецком районном телевидении узнали ученики 7 класса. Подробности о визите юных гостей в материале нашего корреспондента. Сегодня мы вам расскажем, как функционирует наш телеканал. На экскурсию пришли ученики медиакласса, поэтому некоторые представления о телевидении у них уже есть. Но это не помешало сотрудникам ЛРТ удивить их и показать что-то новое. Примерно вот так выглядит рыба. У нас здесь находятся синхроны, за кадр, соответственно, начитка корреспондента. Опять идет синхрон. Можно включить, наверное, звук, да, чтобы послушать. Да? Работать на телевидении стремятся многие. А оказаться на месте ведущего и вовсе мечта, которую смогли осуществить некоторые из юных гостей. А еще они заглянули в редакцию, монтажную студию, пообщались с редакторами телеканала. Побывали там, куда сложно пройти обычному человеку. А это самое сердце телеканала, благодаря которому телезрители видят результат командной работы всех сотрудников Люберецкого районного телевидения. Над одним телевизионным материалом работает целая команда, состоящая из шеф-редактора, корреспондента, телеоператора, монтажера и даже водителя. Результат их работы невозможно увидеть без серверной. Через вот эту серверную проходит сигнал телеканалов общероссийского значения для городского округа Люберцы и в нашей сетке вещания. В нашей сетке вещания на 25-й кнопке вещает телеканал ЛРТ. Он в круглосуточном формате HD. Побывав во всех отделах телеканала, многие успели определиться, в роли кого хотели бы себя попробовать. Сделать старт в профессии всегда легче под присмотром профессионалов. Мы достаточно давно работаем на телевидении, и наш канал работает давно, поэтому мы для себя решили, что пора делиться знаниями. Для начала решили провести бесплатный мастер-класс, который пройдет 26 ноября в субботу. И мы ждем всех, кому интересно телевидение, кто хочет погрузиться в этот процесс. Обучение будет включать в себя основы телепроизводства, рекламы, блогинга, техники речи, работы с камерой. Обучать будут не теоретики, а практики с большим багажом опыта. Мне очень сильно интересно. Мне хочется научиться у профессионалов. Мне бы хотелось бы научиться редактировать звук, когда снимают. Иногда некоторые звуки мешают, и этому я очень сильно хочу тоже научиться у профессионалов. При предъявлении этой листовки дается 70% скидка на видеовизитку, потому что видеовизитка на сегодняшний день – это тоже очень важный продукт. Если ты хочешь о себе заявить, неважно, в соцсетях, где-то на сайте, даже просто пройти какой-то кастинг, то необходимо иметь видеовизитку. Бесплатный мастер-класс пройдет перед масштабным запуском проекта «Курс юного телевизионщика». Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.